Чемпионат по профессиональному мастерству «Обилимпикс» среди людей с инвалидностью стартовал сегодня в Якутске. Мероприятие собрало участников с разных районов и городов республики. Всего 25 конкурсантов. Состязания пройдут по 5 компетенциям в течение 2 дней. Международное движение «Обилимпикс» уже много лет собирает лучших профессионалов по всему миру. Россия к движению присоединилась 2 года назад. И Якутия стала одним из первых регионов. В этом году в чемпионате принимают участие только студенты и молодые специалисты. Уже в следующем году планируется привлечь к участию и школьников. Считаем это движение очень нужным, полезным. И наши участники, вот сегодня проводим чемпионат по 5 компетенциям. Это повар, портной, кондитер, это бухгалтера, это сетевое и системное администрирование. И победители нашего чемпионата уже в ноябре будут защищать цвета республики на финале национального чемпионата.